Земля, захлебнувшаяся в крови. Победа в Великой Отечественной войне начинается здесь, в героическом Панеровском районе, где в июле 1943 года советским войскам удалось остановить наступление вермахта. Споткнувшись о Курскую дугу, немцы так и не смогли подняться. С тех пор им оставалось только отступать. Вот так с севера к югу, Курску, шли, значит, немецкие войска, генерал-полковника Вальтера Моделя, в первую очередь, это 9-я полевая армия вермахта, и плюс к ней еще присоединились войска 23-го армейского корпуса. Это была группа армий «Центр», и задача ее была взломать оборону русских на северном фасе Курской дуги и именно устремиться к Курску. Аналогичная ситуация была на южном фасе Курской дуги. Задачей наших войск было ни в коем случае не допустить объединения вот этих двух группировок. Перед наступлением Вальтер Модель самонадеянно заверил фюрера в том, что ему нужно всего 6 дней, чтобы добраться до Курска. Так для фашистов начался настоящий ад. Это была битва, жестокая и беспощадная. В сражении были задействованы колоссальные силы. По некоторым данным, на 1 километр фронта приходилось 4500 немцев, а русские по численности превосходили врага. Жертвы тоже были колоссальные. Сражения здесь начались на северном фасе Курской дуги 5 июля 43 года. Начались они от Панерей где-то километров 15 к северу, потому что поселок Панери сам находился на второй линии обороны. Сейчас мы располагаемся с вами в центре поселка. Немцы же утром 7 июля 1943 года наступали с северной окраины Панерей к центру поселка и дальше старались прорваться к южной окраине железнодорожной станции. Здесь развернулись упорные уличные бои. Именно на улицах поселка Панери отдали свои жизни два воина-десантника, это гвардии капитаны Жуков и Козьяков, которые прорвались утром 10 июля на северную окраину поселка Панери. В бою с противником их батальон был полностью окружен, и пробиться к своим они не смогли. За весь день 10 июля они отразили несколько атак противника, уничтожили до 20 единиц немецкой бронетехники. Посмертно за свой подвиг командир батальона гвардии капитан Жуков и его зам по политчасти гвардии капитан Козьяков стали посмертно героями Советского Союза. Эти бои фактически продолжались с 7 по 12 июля и шли с переменным успехом. В этих боях 37-я дивизия понесла достаточно большие потери. И, соответственно, наше командование было вынуждено перебросить сюда все имевшиеся на тот момент резервы. В первую очередь это были гвардейцы-десантники. И в первую очередь это 4-я гвардейская воздушно-десантная дивизия генерала Румянцева. Вот именно эти части выдержали основной удар немцев под Панерями в 1943 году. Их поддерживало огромное количество артиллерии. С такой плотностью вели огонь, что орудия становились, они раскалялись. Краска обсыпалась с этих орудий, и как самое святое артиллеристы хранили емкости небольшие с водой. И как только заканчивалась одна танковая атака, в эту 30-градусную жару артиллеристы поливали водой стволы орудий, чтобы хоть немного их охладить. Позиция Сапунова была совсем недалеко, как раз к востоку от Панерей и на самом танкоопасном направлении. В день своей гибели орудие Алексея Сапунова, а он был командиром этого артиллерийского расчета, отразило 8 танковых атак. И с каждой танковой атакой таял буквально артиллерийский расчет. В конце концов Алексей остался за своей пушкой один. А когда на пушку надвинулся танк немецкий, то Алексей взял связку противотанковых гранат и пошел на этот танк. Немцы, конечно, немецкие танкисты не подпустили его на бросок гранаты. Они убили его из пулемета. Но орудие Сапунова осталось целым. И уже от Панерей с совершенно новым расчетом артиллерийским это орудие дошло до Берлина.
В это же время бои велись и за Тепловские высоты. Они – ключ к Курску. Живописные луга, которые мы видим сейчас, были усеяны трупами и искореженным металлом. Не стихали залпы орудий, танки уничтожали все на своем пути. Очевидцы вспоминают, практически ничего не было видно от дыма и гари. Стояла адская жара, люди падали в обморок, приходили в себя и снова в бой. Эти высоты планировал Вальтер Модель взять, ну, вместе с Ольховаткой, взять одновременно, чтобы открыть самый кратчайший путь к Курску через Фатеж. Высота 269, та самая, которую теперь венчает ангел мира. У ее подножия развернулась ожесточенная битва, о которой очевидцы вспоминали, как о мельнице у Теплого. Небольшой клочок земли, где перемололи сотню танков и уничтожили 2500 немцев. Здесь 7 июля 1943 года совершил свой героический подвиг Петр Ярыпалов, парторг 3-й роты, 140-я Новосибирская стрелковая дивизия. Шел только третий день боя. Шестую атаку отбивали наши ребята. Ряды поредели. Командир убит. И в какой-то момент Петр, выскочив из укрытия со словами «За мной в атаку, вперед!», даже не заметил, как чуть оторвался от оставшихся еще живых товарищей. Он отбросил ставший в одно мгновение или в один момент ненужный ему автомат, подпустил фрицев совсем-совсем близко к себе и вырвал чеку из гранаты. Собственной жизнью, ценой собственной жизни, он этот кусочек земли отстоял. 12 июля советские войска перешли в наступление. Теперь перед ними стояла задача освободить Орел, Белгород, а затем и Харьков. Они ушли навсегда, оставив в Панеровской земле тысячи своих погибших товарищей. В память об их героизме десятки памятников и мемориалов на Панеровской земле. К ним приходят тысячи благодарных потомков, желающих преклониться перед светлой памятью павших защитников Родины.